Надо спросить, какой кофе делают. Делают ли они кофе с карамелью? Тоже какие классные трубочки, такие красивые, как у нас раньше в Союзе были. Американцы все у нас скопировали. И монетки тоже. Ну как здесь прохладненько, так дует откуда-то. Классно. Сэндвич тоже у них есть и рапсы. Ой, кофе так вкусно пахнет вот это. Где мой кошелек? А, вот он. Caramel frappuccino. So much shipping. Strawberry one. Hi there. Do you do caramel coffee frappuccino? Yeah. Can I have one, please, and without cream? Without cream, what size? A large size, please. Large, yeah. Caramel. Caramel and coffee. Caramel and coffee. Yeah. Thank you. Yes. Morning. Say caramel. Oh, which one? Thank you. Тут у них уборные комнаты тоже есть. Вот тут так прохладно, даже выходить отсюда не хочется. Сиденья такие мягкие, хорошие. Вон, что тут у них есть. Может здесь посидеть. Вот здесь прохладно, супер. Самое. Ну что получилось? В итоге супер. Я крем вот этот сверху. Такие. Крем вот этот сверху не ложу, потому что он какой-то искусственный, вот этот крем. Лучше побольше напитка. И вот он прям такой мороженое, типа со льдом. Супер.
еще кружки старбаковские. Прыгает что-то. Кайф. Кофе с карамелью. С карамелью. Мне нравится этот кофейный вкус. Если одно кофе заказываешь, то оно такое горьковатое получается. А вот кофе с карамелью вообще супер. Горько-сладкий такой вкус. Ну его, знаешь, надо так это попьешь, как бы потом посидеть. А то если сильно пьешь, он как бы начинает небо аж это там замораживаться, в лоб давать. Кайф. Классно так остужает. Вообще. Короче, его полчаса можно пить так спокойненько. Мне аж прям в нос этот холод отдался. Классно. Ой, прям холодно стало. С таким напитком можно в жару туда выходить. Где-то там посидеть на улице. Нужен конкретно охлаждает. Mm-hmm.